организации, так сказать? Ну, мое мнение, я вам скажу, что я один из авторов Винницкого проекта. Вот Винницкий планшет – это наша работа. Мнение однозначно, что этот район должен выглядеть по-новому, потому что это ворота в город. Каждый турист, каждый гость города, когда приезжает на вокзал, он видит такую достаточно непривлекательную картинку, как сама привокзальная площадь, дальше проспект Катюбинского, который уже достаточно и устарел, и состояние самой улицы, и планировка района, и то, что есть определенные транспортные проблемы для самих горожан, то, что у нас, можно сказать, троллейбусы идут, например, переполненные по проспекту Касибинского, потому что трамвай обходит эту улицу стороной. То есть, поэтому одна из главных составляющих проекта – это, собственно, трамвайная линия, прямая трамвайная линия, которая свяжет площадь Победы с железнодорожным вокзалом. Это не значит, что другие трамвайные линии, которые идут в обход, будут демонтированы. То есть это, в принципе, это не только в наших проектах, это и в городской стратегии такое заложено. Собственно, вот так.